Так, а у нас первый рабочий день. Дмитрий Николаевич делает объезд территории. И первое, что я хотел обратить внимание, это зауженность, так сказать, дорог. Люди здесь из-за того, что земля очень дорогая, заборы выносят каждый раз, ну, на один сантиметрик все ближе и ближе. И раньше здесь была вообще дорога большая, но, так сказать, жадность человеческая ее сузила. А раньше тут вот они все сады держали. Да, здесь у нас мы подъезжаем сейчас к забору Петра Авина. Вот у нас здесь прекрасный сосед, замечательный наш олигарх Петр Авин, Альфа-групп, который возглавляет. Так, там вот в этом скворечнике живет молодежь. Мы еще пообщаемся сегодня с молодежью. Да. Да. А сейчас мы движемся в поселок Ночь. Это самое элитное место у нас в Барвихе. Сотка земли стоит сейчас, ну, 90 тысяч долларов. Здесь вот мы проедем сейчас дом Бонч Бруевича. Удивительный человек. Сохранил для себя и потомков дом. Вот он. В глубине. Тут живет Катя Бонч-Бруевич. Он работал и при царе, и при Ленине, и при коммунистах. Так. Так. Беслав нас пропускают везде. Так. Какой-то. Алло. Да-да. Я рад за вас. Хорошо. Отдыхайте. Ох, лишние детали отваливаются самостоятельно. Тяжелая машина была, да. Точно. Нет, за нами капель нет. Так, а мы делаем объезд местных жителей. Звоним Вячеславу Кимычу. Первый документ хотел ему передать. Ну, передадим, если даже его нет. Дадут по балдению за эту еще тему. Че? Ну, че? Так, первый документ я передам. Так, момент. Ну, а что так объезжать? Из дома 2 тебе до скоро позвали. А почем здесь дом 2? Да, кто его? Вот это.
продолжаем объезд территории и уведомление всех местных жителей о том, что ситуация в Барвихе рабочая, идет плановая работа. Только мы, да, не кормлены остались, но ничего. Сейчас мы проверим, может быть, он у себя в доме приемов нас ждет. Здравствуйте. А это вот исполняющий главы администрации новый. Назначен Дмитрий Николаевич. Я слышала в новостях. Да? Да. Спасибо, да, вот. Да. Объезжаете территорию, да? Да. Сейчас уже новости все посмотрели. Да, на ручке я буду делать. Что-то празднику готовится. Сколько здесь населенных пунктов-то вот этой администрации получается? Ну, наверное, около 7. 7, да? Да. Новоогарёва, Усова. Это дом приемов Вячеслава Кимовича. Здесь можно отмечать всякие праздники. Бассейн. Как это, в лучших традициях. Можно было бы Федору Бондарчуку заехать, поздравить его. Но мы сейчас поедем осмотр спортивных площадок. По делу. В новостях всегда, видишь, местные жители знают. Здесь живет продюсер Матвиенко, наш замечательный, который много звезд вывел. Это собор, в котором мы принимали участие недавно в субботнике. Предстоит еще много работы по нему.